Ты у меня женишься? Хохлядская морда! Не женюсь! Не можно мне! Мне вера не позволяет! Вера тебе не позволяет! Вера ему не позволяет! А бегать за княжной польской, за сестрой моей, с пиписькой голой по лесу, вера тебе позволяет? Не, что ты при всех-то про пипиську-то, а? Обрюхатить ее тебе вера позволяет? Да, це позволяет. Мы, пастушенки, завсегда будем вас, польских князей, брюхать! Не смей! Брюхать! Не смей! Брюхать! Будь, не смей! Хохочешь? Ну так, хохочи! И будешь ты хохотать отныне, и потомки твои хохотать будут, а потом будут превращаться в дебилов заразных. И будет так вечно, покуда не женится потомок твой по мужской линии на потомке моем по женской. Проклинаю! Стучит, а? Кто это там стучит? Это я спрашиваю, кто это там стучит? Это я спрашиваю, кто это там стучит? Вы что, издеваетесь? Вы что, издеваетесь? Доктора вы вызывали? Доктора вы вызывали? Нет, это вы вызывали? Нет, это вы вызывали? Прекратите издеваться! Прекратите издеваться! Вы так можете целые сутки с ними разговаривать. Они не откроют, они дебилы. Вы что... Дебилы? Вы что, дебилы? Нет, это вы дебилы. Это вы дебилы? А вы-то кто, молодой человек, а? Я тоже дебил. Только я молодой дебил еще, зеленый, не оперившийся. Я из другой семьи. А я вот чего, пчел ловлю. Уже 100 штук поймал. Знаете, как они головками бьются? Вот так еще. Сейчас домой понесу. Буду лед из них. Высасывают, они этого, ох, как не любят, особенно мальчики. Ну, до свидания, не буду вам мешать. Пойдите, посильнее просто, толкните, да? Тихонько, не жужжите. Нет, я сейчас рвану дверь. Ну и вони. Ладно. Здравия желаю, доктор! Здравствуйте, доктор! Заждались вас! Хлебом да соль! Гаит тоже побольше! Тут до вас, кстати, приходил какой-то дурак! Повадился стучаться к нам! Ага, стучится и говорит, кто там стучится? Кретин! Так это я стучался? Вы? Как ты думаешь, дорогая, он уже успел заразиться? Не знаю. Заражение наступает через сутки. Какое заражение, а? Доктор, вы должны послушать одну легенду. Так вот, вот с тех самых пор у все пастушенки становились дураками. За всех. Я грешным делом подумал, что на мне эта порочная практика прекратилась. Однако. Они у нас по устаночке. Не подскажете, который час? Часов нет.
Раз. О, Галя, а я тебя ищу. Мы следующие жрица. Хорошо, скорее бы. Ух, хороший ты мне бурчат сегодня скормила. Отрыжка мясо, будет пора. Вот женишься, каждый день такое кушать будем. Ну, каждый день это не требу, я потолстею. И потом каждый день, это же будни, а не праздники, а? Может мне и вообще не жениться? Я слышала про вас, пастушенко, что вы поматросите девушку и бросите. А потом еще дураками становитесь. Вот, с ума сходите. Но ты ведь не такой, Тарас, а? Ведь тебя не коснулось заклятие, да? На мэне нет. Не действует на меня это проклятие черного пуляка. Я везунок. Я не сумасшедший. Драконы? Ну, я это кушать люблю. Гордый на память портрет. Да! Пузырь добавить! Раз, твои очки, очки! Это все ты, все ты! Задница со своим тортом, мне не сердечко! Тарас! Вот так, доктор, в общих чертах я и сошел с ума. Вот, к примеру, покажите мне палец свой, один. О! Доктор, уберите палец, у него это надолго. Вот. Нет. Вы сказали, это заразно? Да, доктор, это заразно. Это очень заразно. Вначале-то я заразилась. И в чем это выразилось? В чем это выразилось? В чем-то выразилось. Ну, как, я, чтобы покрасивше стать, все зубы себе об батарею выбила. У все зубы выбила. А потом золотые вставил. Ну, бронзовые, конечно, да. Я знаю. Да не дурно, а? Дура. Еще работаю продавщицей мороженого на 1472 рублей. Еще и вычитают с меня доктора, а и не ворую при этом. Ну, кто я после этого, а? Дура. А начальница мне мороженого в кадушку не накладывает. Вот, один лед. Я уже лед продаю, я начальницу покрываю, свои зарплаты покрываю. И ничего я вообще не получаю, только должна всем каждый месяц. Ну, кто я после этого? Дура, круглая набитая. Прости. Ничего, вот так вот забавно. Рано вечером. Ну, опять побежали, да, крокодилы, да, побежали. Крокодильщики и тараканчики. Крокодилы, тараканчики. Да, на, мой сладкий, на, кушай, хороший. Доктор, а можно что-нибудь сделать, чтобы хотя бы крокодилы не бегали, а? Постараюсь. Пиши, пиши, ученый, пока не стал копченый. И дальше заражение дебилизмом начало разрастаться, да? Вот точно. Дальше заразился по старшинству наш и без того дурак от рождения комбат. Товарищи солдаты и унтер-офицеры, до меня дошли слухи, до меня дошли слухи, что в нашей части служат только одни лишь дебилы и идиоты. Это не так? Это не так! Это не так? Это не так! Это не так? Это не так! А как? Как? Это не так! А как же так? Это не так! Дэнсон, Дэнсон, come on! Потом спятил мой сосед Загов. А кто я? Добрая женщина. Я ж тебе говорила. Ты Вася Задов, мой муж, прапорщик. Муж это в кого кашку кладут? Правильно. А еще ты мне всю жизнь испортил. А еще вопрос. Кто я? Добрая женщина. Ты Вася Задов, мой муж, прапорщик. А муж, это в кого кашку кладут? Да, да. А я понял. Кашку в мужа положить можно, а мужа в кашку нет. Нет. А кто я, добрая женщина? Ты Вася Задов, мой муж, прапорщик. А кому Вася жизнь испортил? Мне. Да. А кто я, добрая женщина? Ты кто? Конь подлаз. Кому подчиняешься? Старослужащим солдатам, дедам, дембелям. А ну-ка, чисть ботинки. Слушай, стали мы с тобой совсем чужие. Стали мы с тобой совсем чужие. Другой, будьте любезны. Стали мы с тобой совсем чужие.
совсем чужие. Третью, будьте добры. Дальше зараза распространилась по всему дому, да. Но страшнее всего у ботаника, да, с проктологиней. Да, вот. Да, вот, Петровна и Петр Семенович вдруг решили, что они Пугачева и Киркоров. Идиоты! Ну, бывает, да. Ну как? Не, никак. Я уйду далеко, далеко. А этот? Нет, Петя. Филя. А Филя. Тогда вот так. Так лучше. Тебе нравится? Здесь вот будет повязки. А вот так. Не цыганщина? Красиво. Цыганщина на тебе идет. Почему все считают, что я нетрадиционной ориентации? А то это не так, Фуня. Филя. Тебя такое слышит. Прости, прости. Зайка моя. Золотится рожа чайная. Да не рожа, Филя. Роза. Золотится роза чайная. А для чего ты распеваешься? А у меня сегодня концерт на квартире у Задовых. Мы не пойдем туда. Спроси меня, почему? Почему? По кочану. Потому что мы не выступаем больше. На частных вечеринках, в кафе-шантанах, на свадьбах, на похоронах не выступаем. Даже за 100? Даже за 200, Филя. Красиво сказано. Надо бы где-нибудь запомнить и вернуть как свое. Ну, осы. Осы. Осы, осы. Не ясы. О сыне. Не... Ну, короче, у них есть парень. Бульдозер. Так тот просто чокнутый идиот. Страшно. Вы с пенсии? Вы? Сара Конов? Нет, что вы, я Самуил Яковлевич Конов. А мне пофигу. Ой, ой. Кстати, давно ничего не действует. На воспоминания молодости. Ой, 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 ой. I'll be back. Hasta la vista, baby. I am устаревшая модель. Самое главное, доктор, если вы за несколько... хороший, кушай, кушай, кушай. Если вы за несколько часов из моего Тараса не сделаете умного человека, сами превратитесь в дебила. Еще похуже, это заразно. Ну, на где не забирать? Ну, старайтесь все время, ну. Сейчас, знаете, на паспорта как стали фотографировать. Вот так вот, ну, вы посмотрите. Пойдем, простите нас, пожалуйста, где ты успеваешь нажать? Ну, прекрати, правильно мне тетя Ерма говорила, не надо тебе жениться на эстонке. Пойдем, пожалуйста. Слышь, прилюля! Сейчас будем играть в салочки. Догонялочки, салочки! Не оставляйте меня одного. А сколько часов мне осталось, а? 7:40. 3:04. Я 2:04. 69. Я. Вот, привёл к вам прямого потомка чёрного поляка. Йозеф Правдевский, поляк, гей. Вот такой мужик. Йозеф Правдевский, поляк, гей. Ха, хорошая фамилия, сразу видно польская. Ага, а привёл-то зачем? Ну как зачем, дядя Тарас? Ведь вы должны жениться на прямом потомке черного поляка. Тогда заклятие с нас спадет. Что ж мне до старости играть терминатора, как некоторые? Слухай сюда, я хоть и дурак, но не слепой. Это же мальчик. Мальчик, да. Дядя Тарас, вот подумай сам, какая нам, посторонним тебе людям, разница, с кем ты там живешь? И там же мне этот посторонний мужчина нравится. Йозеф Фрадзевский, поляк, гей. Вот, значит, брак будет по любви.
Давай. Позвольте, я тоже хочу замуж за этого мужчину. К тому же по маме я полька. В прямом смысле этого слова. Ну, все. Доктор тоже с нами. Выходит, надо жениться. Как почти что генерал, почти что депутат, кавалер ордена за лучший экстерьер среди терьеров и просто красивая женщина, с удовольствием благословляю брак этих замечательных людей, Йозефа и Тараса, символизирующих собой нерушимый союз между русским, украинским и польскими народами, их началами, концами, переплетениями и прочее. Прошу подойти сюда и поставить свои подписи свидетелей Аллу Борисовну Пугачеву и Филиппа Бедросовича Киркорова. Граф Киркоров. Граф. Да все равно. Ручка где? Быдло. А я можно напишу просто «Зайка моя», а еще чипсы и обувь? Мы выпускаем. Да подписывайтесь как хотите. А сейчас на волнах маяка легкая музыка. Лай-лай, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ой, да постеснялись бы петь-то перед профессионалами, а? А, кстати, хорошая песня. Я ее почему-то еще не перепевал. Стой, не насмешивай, не насмешивай. Вы не можете так. Я тоже имею право выйти замуж за Тараса. Вот, все бумаги, я не просто торговка мороженым. Я тоже небрачный потомок графа Побдевского. Тарас, выбирай, на ком ты будешь жениться. На мне или на мужике, который уйду. Галя, что ж ты раньше-то молчала? Ну, ты же меня ставишь в неудобное положение перед Йозефом. Дура была. Я думала, ты сам по профилю догадаешься. Прости меня, Йозеф. Вот был бы ты бабой, женился бы с закрытыми глазами. А так... Я не знаю, что может сделать женщина того, чего не может сделать Йозеф. Джозеф! Да, да. Фату, отдай фату! Тарас, я забрала фату. Не идет, ладно? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Давайте уже быстрее будем жениться. Это уже с трубы, я могу с трубы. Прекрати сейчас же. Рожу, пани! Галя, посмотри, нет у меня тараканчика. Нету. Ты бы тоже нема. Попрятались, наверное. Я такая счастливая. А, какой прекрасный запах, а? Это пахнут цветы, ромашки, легко и розы. Ну, ты знаешь, Петя, а? Я же ботаник, я знаю. В таком случае я знаю, что ты кушал сегодня на ужин. Прости. Ну, Степан, ну где ты уже набрался? Даже не стыдно. Говорила мне, Катерина, не связывайся с русскими идиотами. Молчи, Люся, жизнь отстой. Безобразие. Сделали своего полковника шута горохового. Лай-лай-лай. Ну что ж такое? Закончилось! Черт, а? Закончилось! Пойду выпущу пчелок! Пускай твари свободы любимые летают на свободе! Ау-ау! Неужели это и есть семейная жизнь? Когда официально как-то все по-другому, да? Да, Галя! Пастушенки в неволе не размножаются. Вот.
и не храпят. Ha ha ha.